да, есть такое. Ну, там не прям штукатурку накладываем, ну, что-то где-то кто-то что-то себе поправляет, подводит, ну, есть такое. Ну, можем реснички немножечко подкрасить, и все, это максимум, наверное. Нет, я вообще не крашусь. У меня уже все прекрасно. Остается так и расчесать. Ну, есть водостойка, душ, есть водостойки, там, карандаши, краски. Ну, карандаши водостойкие. Есть девчонки, которые прям на каждой игры красятся, а есть девчонки, которые по настроению. У меня лично по настроению. Я могу через игры краситься. Ну, стараюсь, конечно, краситься и выглядеть хорошо на каждой игре. Ну, если я делаю косички, то долго. Минут 40. Но это же заранее, не в раздевалке. Поэтому это не чувствуется, что это долго. В любом случае, чтобы пока ты выходишь, пока все фото, пока начало игры, а там уже, я думаю, никто не задумается о том, что смылась, интересно, у меня или нет. Поэтому подкрашиваются, я думаю, многие, большинство. Мне кажется, все делают прическу, чтобы было удобно. Неважно, как это смотрится. Ну, это, наверное, как и в повседневной жизни. Ты там смотришь на себя, как ты выглядишь. Ну, для девушки это важно. Но это, наверное, кто насколько думает о ближнем. То есть это же и тренировки. И ты понимаешь, что ты в тренировке с длинными ногтями можешь поцарапать кого-нибудь. Ну, как бы это неприятно, это долго заживает почему-то. Вот, поэтому неудобно. На самом деле это никак не мешает. Потому что за майки, футболки такой возможности не было хватать, а придерживать, да, там. А в основном я не видела прям таких длинных ногтей. То есть есть в меру есть какая-то своя средняя длина, и я не считаю, что она мешает. Не тяжело нисколько, если, конечно, он не очень длинный. Но если длинный, можно, если что, соперницу вонзить в спину. Ну, я шучу, у нас короткий маникюр. Я не знаю, как тяжело с длинными, но с маникюром он никак не мешает. Потому что если они ухоженные и красивенькие, коротенькие, то они никак не мешают. Наоборот, ногти не сломаются, потому что они крепче. Часто достаточно? Нет. В женском футболе, в нашем российском чемпионате я такого не встречала. Насколько это прям обдуманный поступок, но, наверное, это где-то эмоции, где-то просто как отмахнулась, зацепилась, сколько раз было зацепилась за хвостик, кто там закручивает хвостик, просто отмахнулась рукой и зацепилась за хвостик, так бывает. Но выглядит это там, смешно, там как-то курьезно, но длинные волосы, как, что поделать. Слава богу, меня так не хватали. И я вроде бы тоже. Да, у меня один раз был момент, когда я на скорости прокинула защитницу и уже убегаю, она просто схватила меня за хвост, и я упала, ноги выше головой. Я не знаю, у нее либо запутались руки в моем хвосте, либо она специально, это было жестко, да. Бывают, но как-то сейчас реже, на самом деле, и надеюсь, что их будет еще меньше. Я человек не конфликтный. У меня за мою карьеру такого опыта не было. Ну, со мной такого не случалось. Бывает, но я ни с кем не дралась. Да, бывает редко. Я один раз участвовала, это было, когда мы с Кубаночкой играли. Я была молодая, но я не успела так подраться. Вот бывает, ну, наверное, раз в год, может быть, максимум два в сезон, бывают какие-то такие драки. Ну, это уже там на пике усталости, наверное, какой-то фон такой. Вот. Ну, это бывает жестко, да. Ну, вот за мою карьеру не было такого. Ну, шоколадки, конфеты, да, мягкую игрушку я вот не вожу. А шоколадки, конфеты, семечки. Это да, это есть. Я не везу мягкую игрушку, но шоколадки везу. Да, правда. Ну, не прям сладкоежки со сбора, это вообще сложный момент. Это здесь вот такой вот шведский стол, где все есть.
А так бывает, что прям сладкого вообще ничего нет, а после нагрузок хочется. Плюс как бы специфика нашего организма. Есть периоды, когда очень хочется сладкого. Мягкая игрушка лежит, а сладости уже столько не лежит. А сколько? Ну, максимум пару шоколадок. Что за мягкая игрушка? Зайчик. Специально он в пижаме. Да, правда. Ну, конечно, неприятно смотришь, там какая-то 70-летняя бабуля бежит, у нее там ни глаз не видно, ничего. Конечно, неприятно себя на такой смотреть. Хочется, чтобы момент, чтобы прям вот ты вся такая красивая, момент красивый. Правда. Очень неприятно потом смотреть фотографии, да, и переживаешь, что один глаз прикрыт, другой открыт. Ну, да, бывает. Если ее выставили на показ, естественно, мы недовольны этим. Да, потому что это все увидят, мои три подбородка. Ну, здесь, наверное, надо отталкиваться от того, что это футбол, ну, в первую очередь. Нам достаточно какие-нибудь коротенькие шортики женской модели, я считаю, что это не менее красиво, нежели юбки. Ну, и как-то выглядит по-футбольному. Так это же неудобно. Ну, потому что это, наверное, вульгарно. И даже если ты поднимешь ногу, то есть это же как-то девушка должна, как сказать, должна быть загадкой, что ли. Ну, потому что это неудобно. Если подкат, если какое-то столкновение, падение в юбке, это очень неудобно. Да, раньше были... С коротким рукавом локоть закрывает, размеры мужские, непонятно. Ну, сейчас, слава богу, пришли к женским моделям, и все это очень красиво смотрится, очень круто. Форма очень обновилась, и, конечно, она стала более женственнее, это очень приятно. Девушки же носят короткие шорты, да, летом, и в такой форме очень приятно играть, и зрителям приятно смотреть, и игрокам удобно. Ну, так спрашивает, а чем ты занимаешься? Футболом. И такая пауза. Это вот люди, которые вот реально услышали первый раз, что девочка может играть в футбол. А вы там как с мальчиками играете? Или там еще девочки есть? Вот так вот. Ты что, футболистка? А в каком клубе играешь? Ну вот в Локомотиве. А, ты игрок? Да. Как вы принимаете на грудь? А он действительно существует?